Всем привет! Анекдот. Сегодня такой деревенский, душевный. Короче, деревня, село, Машка и Ванька сидят на заваленке. И вдруг перед ними инопланетная тарелка, да, прям НЛО садится. Они офигели, из этой тарелки выходят два инопланетянина. Видно, что один вроде как мужик, другой баба. Здравствуйте. Они такие: здравствуйте, по нашей традиции пойдемте бухнем. Ну а что сели? Давай, разлили самогонки, сидят, бухают. Ванька говорит: вот у нас традиция бухать, а у вас какая? Инопланетянин говорит: а у нас мы меняемся половыми партнерами. Машка: Вань, давай попробуем. Да ты что, я тебя сейчас морду... Да, так они же даже не люди. Ты инопланетянин, ну попробуем, как будто как собака. Говорит: ну ладно, давай. Ванька взял эту инопланетянку, увел ее. А Машка взяла инопланетянина, разделась, давай. Он снимает с себя, значит, свой комбинезон, а там вот такой стручок. Она говорит: и что мы будем делать? Он говорит: покрутите правое яйцо. Она ему раз правое яйцо. Ту-ту. У него член такой и вырастает. Она обратно крутит. Говорит: а как его потолще сделать? Он говорит: покрутите левое яйцо. Она левое яйцо крутит. Он так пу-пу-пу. Она берет два яйца и настроила там, какой надо, ей настроила. И запрыгнула на него. И давай. Тра-та-та, тра-та-та. Так, кайф. Она: вау, как классно. Через час как давай ржать. Га-га-га. Спрыгнула с него. Он: почему вы смеетесь? Он говорит: я представляю, как твоя инопланетянка моему Ваське сейчас яйца крутит. Ребят, для тех, кто любит душевные деревенские анекдоты, обращаю внимание на вот этот анекдот. А вот здесь два супер анекдота. Подписывайтесь.